обычную полицейскую форму сменили гусарские мундиры, а банковский дресс-код – бальные платья. Сотрудники МВД и одного из крупнейших банков России вместе погрузились в атмосферу 19 века и поставили на сцене гусарскую балладу. Спектакль с песнями и танцами – отличная возможность для служащих проявить свой творческий потенциал и разбавить ежедневную рутину. Как признается режиссер, с таким актерским составом работать очень легко. Настолько организованный, четкий, во сколько репетиция назначена, во сколько приходит. Сказали, выучить текст, выучили. Сказать, наклеить усы, наклеили. То есть вот в этом это просто восторг, наверное, для любого режиссера, когда вот такие исполнители. Идея раз в год ставить на сцене спектакли зародилась у банковской компании несколько лет назад. В этом году творческий вечер решили сделать вместе с полицейскими, посвятив его сразу двум праздникам – Дню банковского сотрудника и Дню полиции. Кроме того, спектакль благотворительный. В фойе собирали средства для фонда «Евита». Он оказывает помощь семьям с паллиативными детьми, детьми-инвалидами и детям-сиротам. Возглавляет фонд ведущая программы «Право на маму» на телеканале «Самара ГИС» Ольга Шелест. И на самом деле вот это очень важно, особенно сейчас в конце года, потому что бюджет любого фонда к концу года исчерпывается, а люди нуждаются в помощи всегда. И наше направление, оно такое между жизнью и смертью. Если мы сейчас не поможем ребенку, его может просто не стать. Я думаю, это очень благородная задача, которая делает наше выступление не просто какой-то самодеятельностью, а именно спектаклем со смыслом. И объединяет наши усилия в благом деле. Идея совместить творческие порывы с благородным делом понравилась и артистам, и зрителям. А потому у такого доброго проекта есть все шансы, чтобы стать уже доброй традицией. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.